Всем привет! Сейчас увидим зимние сюжетики в моем саду после большого снегопада. Сегодня 4 декабря, третий день у нас снегопад. Первый день был ветер еще, очень большой ветер, метель. Теперь ветер утих, и снежок сейчас утих, но к вечеру обещали опять снегопад. И снег идет мелкий при морозе. Днем примерно минус 4, минус 3, ночью побольше. Но погода неустойчивая. Передали вот через 3 дня минус 15 будет, потом потепление, потом опять заморозки, снег с дождем и так далее. Вот такие сейчас зимы ненормальные. И гололед. Там вот тоже все замечено. Это вот участочек мой со стороны соседского забора. Ну, короче, все это хорошо, но хочется, чтобы скорее было лето. Ну, зимой, конечно, много времени свободного. Можно его использовать для наведения порядка, допустим, в доме, там еще где-то, для рукоделия. Но вообще я больше люблю жару, чем холод. И всегда мечтала жить в теплых странах, там, где не бывает ни снега, ни морозов. Мечтать-то мечтаю, но осуществиться этому не суждено. А это укрытие для моих кошек. Вот сверху на крышу намело снега. А здесь им хорошо. Здесь вроде бы не намело снизу. Так, иду дальше в сад посмотреть, что там делается. А что там может делаться? Здесь вот дорожка за сараем. Здесь я немножко прочистила, чтобы кошкам было удобно ходить к чердаку. А дальше вот они сами протоптали дорожку себе к чердаку. Вот туда они лазят, спят. Ну, короче, все белое, ничего не видно. Все растения под снегом, и слава богу, им так теплее будет. Передали его через 3 дня, мороз будет минус 15, потом немножко потеплеет, а потом неизвестно, что будет. Погода сейчас неустойчивая, и в январе, и в феврале может быть еще плюсовая температура. Весь этот снег растает. Собачка протоптала. А это за калиткой. Здесь вот трактор проехался по проезжей части, немножко сгреб снег. А это я уже зашла в дом, чтобы показать, какое у меня окошко заснеженное. Вот с обратной стороны лежит много снега на отливах. И елочка моя заснеженная, красавица. Это закарпатская елочка. Я ее сажала, когда ее рост был 10 сантиметров. Да, годичный или
двухгодичный саженец, очень крошечная. Мне ее привезла соседка, которая ездила к родителям в Закарпатье. Цветочки мои смотрят в окно на снег. Это второе окошко. Это с той стороны, где кошки лазят на чердак. Вон лестница стоит, и они протоптали себе узенькую-узенькую тропиночку по снегу. Для тех, кто не знает, это пригород Харькова, северо-восток Украины. Всем спасибо за просмотр и за подписку.